Oli mama tati jingle jingle. Мороз и солнце. День чудесный. Посмотрите, какая прелесть. Какое солнышко на улице. Все, иду на работку. Ой, какая прелесть. О, это самая лучшая погода. Нет ветра. Мороз, солнце и лежит снег. Слышите, как он хрустит? Не знаю, слышите ли вы, но я слышу. Всего хорошего всем дня. Ветер начинается здесь, походу, за углом. Побежали на работу. Привет, друзья! Немножечко было пару дней задержечки, просто из-за занятости. Всем, кому актуально, Happy Hanukkah. Вот. У нас наступила Ханука вчера. В общем-то, чем всех нас и поздравляю, кому это имеет отношение, этот праздник. В Walmart покупала такие вот суфганьот, донаты, которые именно едят на Хануку евреи. Вот. Вчера тоже немножко, в общем, праздновали. А сегодня я хочу начать складывать. У меня завтра вечеринка. Вечеринка. Ну, вы поняли, мы встречаемся. Так я, наконец-то, все подарки уже купила для своих сотрудников. И сейчас их надо объединить. Хочу вам показать, что же я купила. Давайте посмотрим. Были куплены. У меня 8 человек, поэтому расчет идет на 8 человек. Значит, куплено было 8 вот таких последних свечек в Сирсе, которые были по скидке. И я их купила за 98 центов. Каждая была свечка, последние 8 штук. Они немножко разного оттенка, то есть светло-зеленый и такой вот темно-зеленый. Ну, почти они все одинаковые, неважно. Последних 8 свечек. Потом, значит, я решила, что эти свечки я буду упаковывать вот в такие пакетики. Как раз тоже ровно 8 штук. Продавалась в долларами за доллар, 8 штук, видите, 8 pieces. Значит, они идут такие вот со снежиночками и с застежечками сверху, вот с такими застежечками уже сразу. Вот, туда же пойдет каждому маленький месседж именной, такие вот открыточки, которые тоже я привешу сверху, наверх, поверх пакета, чтобы я сразу знала, кому я раздаю. То есть, в принципе, это для как gift tag, да, то есть для кого это gift tag, тоже за доллар 25. Но здесь я еще и напишу короткий месседж внутри. Дальше. Вот это такие вот тоже ровно 8 штук, прям как для меня, такие вот прищепочки. Этой прищепочкой к этому стаканчику я пристегну вот этот вот bell ornament, да, то есть такая вот бубенчики такие, каждому бубенчик, это тоже такие достаточно символически так к Крисмасу, так как это я с Крисмасом иду поздравлять, да, то все такое вот.
Вот, каждому будет бубенчик такой. И вот такие вот капкейки. Я купила в Долларами. $1.25 две штуки. Каждому по одной штучке. То есть будет привязано вот так вот, вот этой вот прищепочкой я пристегну. Вот так одну вот эту вот капкейк и один бубенчик. Вот такая вот будет у меня такой вот подарочек для сотрудников. Напоминаю, 8 человек. И если мы соединим все вместе, прибавим 15% такс. После вычета всех процентов и всего, вот это наша сумма. 19.83, то есть $20. Ребяточки, дорогие мои, $20. Подарки на 8 человек. Еще в наше время это возможно. И это выглядит шикарно. Да, нужно было походить, подумать, пошевелить шурупчиками в голове. Вот, но все-таки это произошло. И опять-таки спасибо Dollar Store, потому что это из Dollar Store, и это из Dollar Store, и это из Dollar Store. А если, в общем-то, эту сумму мы делим на 8, мы получаем, как вы видите, 2,50 за подарок. 2,50 такой вот оригинальный наборчик для сотрудника. И это действительно будет памятно, потому что игрушка елочная останется на каждый год, ну, по крайней мере, на несколько лет, пока там не рассыпется, я не знаю. Ну, свечка, может быть, будет просто служить для интерьера. А может быть, и будут ее жечь, тоже каждый раз вспоминать вас. Так что я думаю, это оригинальный очень подарок для сотрудников. Если вы немножечко поднапряжетесь, заранее начнете это все искать, то вот можно еще в наши дни за эту сумму что-то такое вот оригинальное придумать. Вот так вот. Так, сейчас я просто распаковываю все по отдельности. Распакуем наши, как они называются-то, господи, прищепочки декоративные. Обязательно открыточки, пакетики. И разъединим наши капкейки вкусненькие. Все, итак, я распаковала все, чтобы было все отдельно сложено. Сейчас на эти бубенчики я еще одену ихнюю ниточку. Так. И за которую мы привесим это все к стаканчику с помощью вот этой прищепочки. Вот это будем в конце, в самом, когда я напишу еще месседжи каждому. Каждому здесь будет еще маленький месседж на несколько слов. Так, и еще, ребята, вот так как здесь есть цена, ценник срывать я не буду, потому что это очень большая будет грязная работа, пусть это делают сами мои сотрудники, я закрашу цену вот этим вот фломастером Sharpie, вот он, не стирающийся фломастер, он очень хорошо закрашивает цены. Давайте посмотрим. Все, подарочки готовы. Осталось только лишь написать месседжи, прикрепить каждому к его пакетику.
Но это возьмет еще какое-то время. Ну что, вот все карточки готовы, все 8 штучек подписаны. Вот старалась действительно сделать, ну, так, чтобы для каждого абсолютно разные здесь написаны пожелания. Вот, как бы направление у меня было, что у меня было несколько человек, которым я в принципе знала, что я хочу пожелать. Вот, просто так это не нужно. Просто воспользовалась интернетными подсказочками, чтобы, ну, может быть, лучше это сформулировать. Все, сейчас мы завяжем это все на наши подарочки. И, в общем-то, все, первая часть будет готова. На следующей неделе мы будем с вами складывать подарочки для учителей. Будут очень скромные, они уже куплены. И это будет как бы следующий этап. На этом будем завершать упаковочку наших подарков.